Пишет Олег Ковалев. Есть вопрос, нужно ли обрезать дикую поросль ниже прививки? Так, я ему как я должен был ответить? Тут оказывается вариантов-то три. Вот, обрезать целиком, что из этого? А это целая проблема. Обрезать частично, например, пусть растет, но не давать развиваться, чтобы она не обогнала культурную часть. Имеется в виду то, что растет ниже прививки. И, наконец, вообще не трогать. Что я сделал? Ну, для Ковалева и тех, кто меня слышит. Ковалева я пригласил на вебинар. Не знаю, слышит, нет. Если нет, то, значит, он никогда не узнает проблемы. Потому что проблемы есть. А для остальных сейчас я возьму и включу фотообрезки. Смотрите внимательно. Вот это и есть та самая обрезка. Вот. Обрезка страшная, придуманная. Обрезка, уничтожающая деревья. Вот. Но нам нужно это не все. Нам нужно отсюда выбрать одну-две фотографии, которые близко к теме. Ищем. У меня было мало времени, у меня были проблемы с компьютером, с телефоном. Иначе я бы уже бы нашел. Но ничего страшного. Ничего страшного, найдем и так. Жуткие кадры. Вот. Вопиющие кадры. Я вам покажу прокомментировать. Но тема у нас сегодня другая. Тема другая. Вот когда я начал вот это вот писать, надо было сказать. Закройте глаза и не смотрите. Так. Похоже, мне придется. Может быть, какой-то перерыв будет. Может, на следующем вебинаре я покажу те самые фотографии, которые... вот оно в чем дело. Вспомнил. Ой, железа. Железо, железо. Стареем, брат, стареем. Итак, нам нужна совсем другая папочка. Совсем другая папочка. Сейчас мы ее найдем. Называется она... Ну, что ж такое, не могу найти. Она спешит некуда, народу пока еще мало. Вот она, обрезка, это те, которые мои фотографии. Вот. Вот. Ага. Так, первое слово. Обрезка. Первый раз у меня сегодня такой день. Называется «Не задался». Не задался. Обрезка, обрезка. Все правильно. Я не задался. Вот здесь надо было искать. Вот он где. И вот смотрите, что получается. Ну, первое, что попадается на глаза. Итак, вот это вот дерево привитое слева. Так, а справа вот эти две веточки, а это именно подвоенные, вылезли снизу. И давайте мы уже будем думать, отрезать их целиком, отрезать часть или пусть себя растут. Вот это я уже показываю живьем абрикос, привитый абрикос. Но главная фотография не эта. Вот. Я сейчас выступаю в роли
патологоанатома. Вот этот патологоанатом начинает действовать. Кстати, потом забуду показать лишний раз. Вот это учили тех самых дам, выпускничные грязюки, учили преподаватели эти грязюки. Им забрело в голову, не им, их тоже учили, а тех учили. И уже порядка 200 лет прокляты 9 видов веток, видите? Включая вот эти волоски. Вот, но это к слову пришлось. Когда на сайте исчезнет вот эта вот схема, на сайте Тимирязевской академии, вот, будет спокойно спать в гробу Тимирязев, потому что он-то далек от этого. Но если бы он ожил бы на один день, и я бы железо взял бы его и начал его показать, что творится и что сотворили, вот, он бы меня понял. Так, ну, фотография близко к этому. Просто смотрите, как внутрь попадает мороз. И догадайтесь, с какой стороны. Вот. Все равно я не искал ни эту фотографию. Вот я уже близко. Вот она близко. Вот, смотрите внимательно. Вот эту фотографию я искал, пусть я потерял аж 5 минут. Итак, дальше с вами работает патологоанатом. Слово мрачное, слово зловещее, но это так. Обратите внимание, это дерево погибло, и на этой фотографии оно было не специально по этому месту обрезано, а, ну, Бог так вел рукой моего друга лесоруба, которое вот это дерево было уничтожено в моем саду, и представила вот такая картина. Помните? Отрезать полностью, отрезать частично, вот частично. Остались пенечки? Остались. Если было отрезано полностью, вот эта рана была бы еще страшнее. Но даже вот такие пенечки, это я вас предупреждаю, это я вас стараюсь настроить против этих обрезок. Что получилось? Вот эта ветка, назовем ее почти целой. Вот две ветки торчат. Наверное, надо увеличить. А, я не могу здесь увеличить. Или могу? О, смог. Смотрите, эта ветка более целая. И заметьте, она ее... Вот тут здесь что-то обломилось, но она, в принципе, целая. Она не повлияла. А вот эта ветка, там тоже повлияла, она же ниже. А распил был сделан вот тут. Посмотрите, как благодаря тому, что здесь было отрезано, отрезал я, но... Деревья старые, почти старинные. Что с меня того молодого было взять? Мне Бог дал возможность, научившись самому, насмотревшись, понаблюдав. Этого, кроме меня, не наблюдает никто и никогда. Я до сих пор, скорее всего, один такой. Вот, по крайней мере, второго не встречал. Антиподов встречал, умных, грамотных, но их ум был направлен на другое. Как изувечив дерево, теперь спасать. Заметьте, как изувечив дерево, начать его спасение. Вот тут у них, я вам такое покажу, ахните. Итак, вот это было отрезано, сюда, вот она стрелка, пошел мороз. И, внимание, мороз пробил защиту. Согласны? Вот эта фотография, непростая фотография. Это фотография, чтобы мы думали. Вот. И, может быть, еще одну покажу. Сейчас пониже. Сейчас пониже. Вот. Очень торопился, все надо было успевать. Очень много проблем чисто житейских. Таких проблем, что крышу сносит, а как дальше жить, уже и не знаешь. Как жить, как? Жить-то ясно, как помочь людям. Как? Жаль, показал бы еще вторую такую же фотографию, но я ее сейчас сходу не найду. Но то, что вы видели эту фотографию, она очень яркая именно потому, что там было частично обрезаны те самые волчки. Это не волчки, ну как сказать,
То, что валю за внешней части. Вот. Еще раз показать. Ну, у меня еще фотографии такого же типа, но про это мы чуть позже. Когда-то каждую изучим. Вот. Это мое обвинение тем, кто говорит, обрезайте. Хоть целиком, хоть частично. Вот это частично. Остается еще вариант. Тогда вообще не резать. Вот. И тогда я взял и сегодня снял кино. Вот. А кино выглядит так. Значит, я находился возле деревьев, подныривал под каждое, показывал опять варианты. Значит, конечно, если заранее дичок, зачем он нужен? Но какая-то часть, если он не лезет в лидеры, его можно оставить, потому что, вы знаете, я говорил всегда, не больше двух советов из сотен, которые я услышал со стороны, принял к сведению. Я. Два. Оказывается, нет. Я вспомнил третий совет. Оставлять. То есть я говорю тем, что всего два. А оказывается, три. Третий звучит так. Где-то когда-то на заре, когда появились журналы популярные, кто-то из садоводов написал, когда снизу растет дикая ветка, не отрезайте ее. Она даст дереву дополнительную морозостойкость, то есть защиту от мороза. Я потом всегда был, как это называется, я всегда был экстремалом, экстремистом. То есть я, вот он только появляется, саженец, сразу снизу поросль полезла. Тут же я с ней начинаю воевать, тут же. Вот. Почему? Потом сниму еще один отдельный фильм или в следующем вебинаре вставлю уже подробнее. Сразу их, они сюда только появились, они только, я тут же обламываю, вот они, почка зазеленела, обламываю, не давать подвое лезть. И так было много лет. Но у меня было несколько случаев, когда я упустил момент, заметьте, не просто, я бы уничтожил, я бы даже показал вот, это же моя работа, это же я убил дерево. Сейчас, прошу прощения. Извините, одну секунду. Я вебинар провожу, слушаю. Отошел. Если не забыл, то у меня такое напряжение. Все, я не могу говорить, у меня просто все поэтому. Так, 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 сейчас прошу прощения, у меня очень много подопечных. Что делать, иначе смысла было бы жить не надо. Вот. Так, на чем мы? А вот, и получается, что когда я те несколько упустил, и они дали подвойное, росли рядом с привойными, несколько случаев, когда привои просто погибли, все бывало в жизни, вот. И вдруг подвойно оказывались не такие же дикие, а наоборот даже очень-очень культурные. И тогда я стал думать, а в некоторые ветки выросли, ну буквально на границе подвоя с привоем, ну буквально. И тогда они еще стали необычными, что называется, не папу, не маму, а может, соседа, может, непонятно у кого. Мне стало интересно. И тогда я, в принципе, перестал подвое вырезать. Куда мне привоев столько? Куда мне такие урожаи? Что мне с ними делать? У меня большая часть урожая так и сгнила под деревьями. Причем я вообще, это плюс. Я деревьям возвращаю то же самое, что они заслужили. Перегниют, опять попадут и снова дадут урожай. И так получается, что три варианта. А вырезать целиком нельзя категорически. Я вам сегодня все показал эти пенечки вот такие. Ну, видите, не готов. Но когда-то на первых вебинарах я же все это показал дословно. Я не знаю, что время тренинга появляются люди, которые говорят, ну, вот скажите. Ну, тогда уж пусть все слушают. Новички все прибывают. Значит, целиком вырезать нельзя. Это самая страшная рана. Не верьте никому, не верьте тем, кто придумал эту так называемую обрезку на кольцо. Пенечки оставляем, уже легче, но тоже опасно.
Целиком оставляем. Подвой может обогнать прямой и затушить его. Значит, остается где-то разумная обрезка. Называется угнетающая с одной стороны, щадящая основной штамп с другой стороны. Вот пока я на этом и остановлюсь. Извините, как мог, так мог.